На сьогоднішній день самый интересующий нас вопрос касается ансамбля «Иношлек», да, в который я хожу тоже, это останется наш ансамбль. Самое интересное. И мы сегодня ждем ответа. Сегодня у нас будет первая репетиция вечером после новогодних праздников. И рековой, надеемся, нам скажет. Но мы надеемся на такой хороший ответ, что нас хотя бы до лета оставят и что мы все сабанту еще проведем. А так, очень огорчимся, конечно, столько лет ходили, и вот так все, если распадется, очень будет обидно, конечно.